Уважаемые абитуриенты, наконец-то закончилась школа. Здорово, правда? С одной стороны, у вас радость, но с другой стороны, у вас есть волнение. И это волнение сопровождает следующий шаг. Вы должны принять очень важное решение в вашей жизни. Вы должны выбрать вуз. Как правильно его выбрать? Во-первых, остановитесь и посмотрите на себя, что вам интересно. Во-вторых, посмотрите вокруг. Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 4 года? Я расскажу вам сейчас про один только тренд. Вы слышали про умный город? Это отрасль, которая включает в себя специалистов абсолютно разных направлений. Это и специалисты по управлению персоналом, по управлению государственными услугами, финансисты, экономисты и многие другие. И только с нашим университетом вы войдете в этот тренд в качестве полноценного профессионала и коллеги. Вы будете идти наряду с инновациями, которые идут в городе Москве, а через какое-то время создавать их сами. Я желаю вам принять правильное решение, каким бы оно ни было, и легкого вам старта в выборе будущего учебного заведения. Удачи!